Thank you.
слушай, а у тебя звучит так очень благополучно, так все классно. Я там слышу, да. Ну, напряжения не хватает. Понимаешь, вот играешь для труба-то абсолютно тогда. Thank you.
Et sä niinku pehmeä on siellä vai? Ei! Tää on pian natukka aika kiinni. Ja siis on teille Thank you.
энергию, энерджику здесь дай. Более фантастическая педаль, да, вот эти...
наоборот ее портит. Вот правая рука у него играет так, что она уничтожает мысль левой. А там длинный. Teema oleks selge, mis ta veel ütles, mis on nagu? Можно? Вот так руки поставить. Да, это...
Чуть короче звук вот отсюда. Тогда пам-пам-пам. И пауза. И отсюда. Чуть вот не здесь, а вот тут. Нет. Чуть-чуть раньше. Как бы. Мы тут же так чистые. Это приводит
установка, а она лист всегда вперед. Она с ускорением играется, а не наоборот. Не надо ее растягивать. Тадим, тадим. Направо. Вот я нахожусь в помещении, вот в коробочке, а я хочу выйти на поле.
понимать этот звук. Лист обладал талантом переносить картину в музыку. Воображение звуковое у Листа было гораздо выше всех его современников, наверное. Может быть, его только там Шопен по-своему, да, мог с ним соперничать. Вот Шопен, Лист, это вот люди, да, и Шуман между ними со своими фантазиями. Вот это вот три человека, которые вообще изменили красочность инструмента. Не только Лист, но Лист, он, ну, как не знаю, как это просто произносить, монументалист, он огромный. Если Шопен, он интимен, он личностный, да, он вот про себя пишет, да, про себя, про человека, Шуман про себя, то Лист, он вот на весь мир. Ну, так, чтобы вот понять, да, и у него пространство огромное. Возьми Мазепу, то же самое, понимаешь, вот эти огромные. Вот и Геройка тоже. Этот этюд гораздо красивее, чем его мы все играем. У нас есть красивая тема, октавы, паузы, все у нас есть. У нас вот этого воображения звука нет в этом этюде. От этого он становится такой не очень лучший в этом цикле. А он ведь потрясающий. И когда слюхи, то тубис нет. Ruumiliselt ta peab olema märksa suurem, kui sa kujutad ette. Tähendab, see on mingi sõjatandar. Kuskil siin konkreetne asi, eks ole, või seada, aga sõid aru. Põhimõtteliselt saad aru. Põhimõtteliselt. Вот это то, чем ты должен заняться, чтобы его немножко сделать более колористически ярким, да? Чтобы все темы, все гармонии, чтобы ты мог высказываться. Он такой более речитативный, он более говорящий. Такая мелодия, положенная все время на ритм. И мелодия-то не просто кантилена, а мелодия тоже говорящая. Да, это вот как диалог жизни, смерти, все здесь есть. Хорошо. Ну с этим ясно? Есть у тебя какие-то здесь вопросы? Все, мы здесь пойдем. Доктор Мэнгер. Что? 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 Что ему в октавах не поймет? Миссия Буду. Et kuidas ta saab veel kätt vabamaks, äkki tal on mõni harjutus või midagi? Kas on vaja siis ruumi? Kas sa vaja siis ruumi? Jah, et kogu meist. Võib-olla. 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 Понимаешь, это очень важно.
надо, когда ты играешь все время в одном только метрономе, да, в одном режиме. Да, я его рисую. Руки устают, надо менять, сбрасывать, да, напряжение. Давай вот отсюда. Вот это так на раз.
peale. Thank you.
которые бросаются в глаза. Прелюдия. Очень быстрая, атакующая фортов в начале. Вот хочется как-то, да, как будто глубины больше. Момента ускорения, который вот здесь он начинается, пока-пока, но он, понимаешь, вот из какой-то точки, когда ты, знаешь, вот представь себе, что ты вот что-то видишь, и ты не понимаешь, что ты видишь, вот ты видишь какую-то вот точку, и вот ты вот ходишь вот вокруг, и она начинает у тебя вырисовываться, вот ты ее, всматриваясь в нее, ты начинаешь видеть, и эта точка на твои глаза превращается вот уже не в точку, а во что-то большее, больше, и ты вдруг вырастает перед тобой огромная картина. Вот такой должен быть эффект, потому что когда ты мне просто играешь, меня это не удивляет, понимаешь? Вот здесь мучительные, вот это полный,
кажущиеся грязными, они должны быть, это набирается огромный звук. Понимаешь, уже с набатом таким, с колокольчиком, и при этом... Они не должны быть просто... Он не кричит, понимаешь? Этот человек не кричал. Он говорил тихо. Ну, на весь мир. Вот это должно быть. У него нет этого вот, души нараспашку. Вот у него все внутрь. Это вот... Этим сложна эта прелюдия. Потому что технологически ты все играешь. Играешь, в принципе, хорошо, очень грамотно. И эмоционально хорошо. Но надо заставить себя играть сдержанно.